далекой сербской деревушке... Держи его за яйца. Дед попросил внука... Они продаются? ...привезти в дом женщину. А может быть, и купишь. Обещание нужно сдержать. Несмотря стыд и позор на весь абсурд. Ой-ой. И оптимизм. Я хочу, чтобы ты за меня замуж вышла. В мире и миракусторицы. Единственное, чем Сербия может гордиться. Совет. 3 ноября в 20:25 на Еврокино.